Всем привет! Сегодня готовим борщ украинский. Этот рецепт я взял с сталинской книги, так называемой. В книге, которая издавалась с конца 40-х до примерно середины 50-х годов. Для приготовления украинского борща я взял говядину на кости и сделал из нее бульон. Вот здесь как раз говядина. Сейчас мы будем ее разбирать. Свекла, картошка, штук 5 средних картошин, уксус, сало, помидоры, одна морковка, лук, томатная паста, зелень, укроп и петрушка, корень петрушки, вот такие небольшие корешки, чеснок, лавровый лист, капуста и мука. Все, начинаем нарезать свеклу и будем ее тушить. Я достаточно мелко нарезаю свеклу. Заливаю чуть-чуть водой из свеклы, немножко бульона еще добавлю и закрою крышкой. Так, сегодня я использую корень петрушки. Нарежу мелко, прямо так, дольками. Вот так. Теперь лук. Мелко выкладываем все в сковородочку мелкую, маленькую, и тоже ставим на огонь. Обжариваем овощи на масле с добавлением бульона. В таком ковше я поджарю муку, поставлю ее на огонь и буду помешивать, чтобы ее немного обжарить. Мелкими кубиками нарезаем картофель и разбираем мясо. От костей надо его убрать. Лучше это делать руками, потому что мы можем почувствовать маленькие оставшиеся косточки. Пожалуйста, вот пример. Видите, маленькая, острая. Ну и перец там попадется, вытащить, если что, который был в бульоне или еще что-то. Ну что, нарезаем капусту. Лежит капуста в вилке, вроде немного. Как начинаешь нарезать, ух, господи, столько куча ее просто. Все. Теперь идем закладывать все. Картошку в кастрюлю, капусту. Все у нас готово. Все, пошли. Все, в кипящий бульон. Закладываем картошку нарезанную. Раз. Закладываем капусту. И разобранное мясо тоже я выкладываю в кастрюлю. Ставлю на максимальный огонь и разгоняю температуру в кастрюле. Ну вот я обжарил коренья на сковородке и обжарил муку. Но. Вот у меня почему-то какая-то блокировка в голове стоит. Насчет муки. Вот не нравится она мне, и все. Вот не нравится, и все. Если вам нравится, вы можете прямо в коренье положить туда пару ложек муки обжаренной и перемешать все это, и все будет нормально. Я этого делать вот не буду. Поэтому я как бы показал, да, муку обжарили, можно ее добавлять, а можно не добавлять. Я не буду добавлять. Тем временем 20, где-то 5-30 минут тушилась свекла в глубокой сковородке под крышкой с добавлением бульона. Я добавляю сюда в свеклу 3 столовые ложки томатной пасты, 1 столовую ложку уксусной кислоты. Разгоняем свеклу с томатной пастой до меняемой температуры. Немножко ее нужно потушить. Можно добавить бульона туда чуть-чуть. Прямо из кастрюльки. Раз. Пока мы готовили
коренья и свеклу, там уже и капуста, и картошка, все сварилось. Сейчас мы добавляем все в кастрюлю. Первым закладываем свеклу. Вот такая красота. После того, как все это закипело, и добавляем все, что есть у нас в сковородке с кореньями. Все сюда. Раз. Все. Перемешиваем. Все продолжает активно кипеть. Все здорово. Прикрываем слегка крышкой и убавляем огонь. Все варится еще минут 10. Медленно кипит. А мы наблюдаем. Финальная часть приготовления украинского борща. Сейчас мы берем сало. Такое вот. У меня специальная доска есть под сало. И вот я срезаю шкуру. Никуда я ее не выкидываю. Ни в коем случае. Вы что? Сало, оно ценно. Все. Тиха украинская ночь. Да? Но сало надо перепрятать. Мелко нарезаю. Прямо мелко, 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 мелко. Я не буду возиться с мясорубкой, там, со всеми делами. Так, вот берем вот сюда мелко нарезанное сало и чеснок. Сюда же. Мелко-мелко нарезаю чеснок и выкладываю вот в эту тарелочку. Дробленый перец добавляю и перетираю вот таким образом. Вот ложкой прямо беру и перемешиваю и перетираю. Идеальная картинка прямо. Нарезаю петрушку и укроп мелко. Очень мелко-мелко вот этот чили, итальянский чили перец вместе с семенами я делаю. Помидорки нарезаем тоже. На 6-литровую кастрюлю две довольно таких больших помидорки положить. Финальная закладка. Потихонечку, не спеша, пошли, как дети в школу. Все, зелень, петрушка, пошла. Укроп тоже пошел. Острый перец, немного по вкусу. Чили. Красиво, какая красота, а? Ну что, и вот такое перетертое с чесноком и с черным перцем сало. Выкладываем тоже в финале вот сюда. Вот раз. Три маленьких лавровых листочка. Я все-таки рискну сюда положить. Мне нравится. И все перемешиваем. Сейчас я его разгоню до кипения. И оставлю отдыхать еще минут на 10. Чтобы все поженилось медленно, не торопясь. Но эта вещь получилась густая, какая красивая. Ой, вкусная. Пахнет вкусно, пока не пробовал. Летящей походкой. Финальная часть. Борщ украинский. Сейчас будем пробовать. Давайте пробовать борщ украинский. По всем внешним данным, он, конечно, вообще пушка. Класс. Ладно, с Богом, пробуем. Да, все хорошо. Пятый борщ, который мы готовим, и каждый раз они действительно разные. Вроде одинаковые ингредиенты, но каждый раз борщи получаются разные. Просто остановиться невозможно. Отличная штука. Обязательно сделайте. Обязательно. Именно по тому рецепту, который показал я вам. Я просто в восторге. Мне очень понравилось. Очень хочется, чтобы вы написали нам комментарий добрый, чтобы вы подписались, поставили лайк и прислали свои рецепты. Может быть, в вашем регионе как-то делают по-другому. Борщи, щи или какие-то супы оригинальные. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, присылайте. Мы будем рады общению, рады будем
подписке. И впереди у нас еще много интересных рецептов. Всего хорошего, до свидания.